Национальные песни, розыгрыши и фейерверки. В Казбековском районе торжественно завершился трехдневный фестиваль «Главфест», посвященный открытию туристического сезона 2022. Масштабное мероприятие посетил и глава республики. Подробности у Патимат Ханаповой. Заключительный день фестиваля совпал с Днем защиты детей. Им и было уделено особое внимание. Веселые аниматоры, персонажи из любимых мультиков развлекали ребятишек на протяжении всего дня. Жига-дрыга-гай! Оп-оп-оп-оп! Жига-дрыга-гай! Скажите, что вам больше всего понравилось? Нам больше всего понравилось так, как развлекают детей. Сегодня здесь все бесплатно, здесь питание, дети могут посетить любой уголочек этого прекрасного места. Все, буквально все очень хорошо, очень красиво все проходит. Это очень благородная и красивая миссия сегодня здесь проходит. Это наши дети подопечные, круглые сироты и сирийские дети сегодня. У нас 15 человек. Все очень замечательно. Нам детям понравилось. Да, очень. Вот спросите. Давай. Как вам праздник? Хорошо. Развлекали не только детей, но и взрослых. На новой сцене туристического комплекса «Главрыба» выступали звезды дагестанской эстрады, звучали песни на самых разных языках. Вечер был посвящен национальной музыке. Концерт для присутствующих стал настоящим праздником. У сцены быстро собралось много зрителей. Они пели и танцевали вместе с артистами. Концертная программа. Мы врачи, приехали отдыхать и очень довольны. У нас в Дагестане тоже налаживаются туристические объекты. И наш главсулак – это просто бомба. Итоговый день фестиваля посетили представители власти. Глава Дагестана Сергей Меликов осмотрел туркомплекс, поздравил детей с праздником и поблагодарил руководство «Главрыбы» за организацию фестиваля. Хочу, чтобы сегодняшний день запомнился для вас. А сделать его для вас запоминающимся помог наш депутат Государственной Думы, наш генерал Абдулхаим Кудинович. Человек, который сегодня является хозяином этого мероприятия, вместе со всеми сотрудниками этого замечательного комплекса, который создан для детей и для их родителей, это Абдулхаким Кубудинович Гаджиев. Спасибо ему большое. Завершился вечер розыгрышами призов и красочным фейерверком. Фестиваль «Главфест», приуроченный к открытию туристического сезона, получился запоминающимся. Его посетили более 1000 людей, среди которых были как дагестанцы, так и приезжие туристы. Сегодня Казбековский район и в лице «Главрыбы», в целом акватории всего Сулакского каньона, он становится одним из привлекательных точек притяжения не только Республики Дагестан, но и по всей стране. У нас потенциал имеется. Патиман Ханапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Казбековский район.